Снова всем привет! Вы на канале ОНБ. И сегодня будет интересное видео, как же побороться с ржавчиной на рамке лобового стекла. Я думаю, вам будет это интересно, ведь мы столкнулись с такой проблемой, как ржавчина, которую трудно удалить. Да? Да! Смотрим. Ну, снятие стекла сопряжено с небольшими проблемами, вернее, с серьезными проблемами. Стекло не только протекает, оно еще и посажено глубоко. То есть для ребят это будет, я бы не сказал, что небольшой проблемой, но есть большая вероятность просто, что стекло треснет. Ну, ребята, специалисты, будем надеяться, что Бог нам поможет, и мы все-таки справимся с этой задачей. У вас уже была такая ситуация, была похуже, когда крыло на Ниссане, с ребятами мы знакомы давно, это было 3, чуть больше года назад, я делал Ниссан в этом же гараже, и там крыло было, стекло было зажато крылом. Мало того, что стекло, даже если бы оно лопнуло, его просто невозможно было бы быстро приобрести. Это ушло бы на это 2 недели. Но в тот раз ребята аккуратно сняли. Сегодня мы надеемся, это будет так же. Наконец познакомимся с Сергеем. Все время он был в тени, и только его руки. Сегодня, наконец, вы его увидели воочию. Ну, насколько печальна наша ситуация? Ну, ситуация тут печальная в том, что стекло лежит прямо на кузове, не подставили ни подставки, ничего. То есть под своим весом оно легло просто на металл. И проблематично будет в том, что как бы струна между стеклом и кузовом, как бы, ей не хватает как бы места пройти. И будет как бы, может произойти непоправимое. То есть если нету места, получается, буду пилить и металл, и стекло, и могут пойти трещины. И постараемся этого избежать. На сегодняшний день небеса к нам благосклонны, у нас все получилось, мы рады, и можно дальше приступать к удалению жуков. Но Толику выдалась нелегкая участь снять крыло. Санёночки. Нелегкая эта работа. Ну и мы немножко расстроились, так как, конечно, не ожидали, что на рамке будет столько косяков. Рамка уже вся подвержена коррозии. То есть все это надо вычищать, удалять, обрабатывать и, конечно же, перегрунтовывать кислотником и акриловым. Иначе никак. Ну и на данном этапе нужно все аккуратненько вычистить, удалить ржавчину, после чего размыть гранички, нанести риску. Дела оказались намного серьезнее и очень много ржи. На данный момент машину выгонять нам не очень выгодно, поэтому мы сейчас обклеим, подставим пылесос и попытаемся
Отписка струит деталь. Также смотрите про данный автомобиль на лайв-канале. На лайв-канале тоже будет много по автомобилю. Лайв-канал называется «Он Брест Лайф». Подписывайтесь, там тоже вы найдете много интересного по данному автомобилю. Ну, господа, хотелось бы сказать, не стоит надеяться, что кислотник вас спасет и удалит данную ржавчину, затормозит. Нет, кислотник удаляет только какие-то мелкие вкрапления, поэтому здесь вам нужно прибегнуть к хорошей очистке. Как вариант, ортофосфорная кислота, либо цинкарь тоже может спасти положение. Несколько раз нанести, все очистить. Но, конечно, лучше пескоструя ничего. То есть способа нету. На данный момент машину выгонять нам не очень выгодно. Поэтому мы сейчас обклеим, подставим пылесос и попытаемся отпескоструить деталь. Ну и после того, как мы вычистили и избавились от ржавчины, нам нужно размыть гранички. На прошлом видео мы об этом говорили. Размываем гранички и та же самая операция. Защищаем кислотным грунтом, после чего покрываем акриловым грунтом, сушим и потом шпатлюем. Но размывать гранички мы доверим Крис. Зачищенные поверхности сегодня в первом слое мы будем защищать кислотным грунтом от Отрекс. В принципе, показал он себя достаточно неплохо. А сверху защищать наш кислотник мы будем нашим, белорусским, приятно так говорить, акриловым грунтом 5:1 фирмы Баклер. Где-то небо парит над землей, и земля отражает его высоту. Где-то небо плывет над рекой, но река холодна и ночью. Где-то небо взорвалось войной, а война началась без друзей и врагов. Где-то небо взметнулось травой, но трава оказалась под снегом. Вспомни про все в этот час, где бы ты ни был. Посмотри наверх, ты увидишь над собою небо. Ну вот, в принципе-то и все на сегодня. На данном этапе сегодня закончим и дадим просохнуть материалам. И что мы сегодня уснили? Что ржавчину нельзя оставлять
Это одно, но понятное дело, что ее нельзя оставлять. А самое главное, что кислотник – это не панацея такой ржавчины, которую вы сегодня могли наблюдать. С какой у нас ржавчиной кислотник может побороться? С легким налетом или с точечной. Да, то есть с таким пораженным участком, который у нас уже есть, кислотник уже не справится. Не тешьте себя надеждой, вычищайте хорошо и обрабатывайте уже тогда первичными грунтами. Как-то так. Мы устали. Что мы вообще какие-то. Ни хрен солянку жрать ведрами. Ну а на сегодня все. Надеемся, видео вам понравилось. Вы поставите лайк и не забудете нажать на колокольчик. А также подписаться. Здоровья всем крепкого. Настроения бодрого. Добра. И денежка. Побольше. Заебал это со своей мотоциклеткой.